Главная торговая улица Стамбула немыслима без магазинов восточных сладостей. Старейший в городе магазин баклавы и сладостей расположен на улице Истикляль в доме 83. Марка Ходжа Бекир известна в Стамбуле еще со времен Османской империи. Первые рецепты турецких рахат-лукумов насчитывают более 400 лет. Все сладости первоначально готовили только на меду, и цена на них была весьма высока. Когда же Турция в 18 веке открыла для себя производство сахара, в Стамбуле расцвело кондитерское дело, и сладости стали доступны для всех горожан. Бекир Эфенди в 18 веке стал главным кондитером Стамбула и даже удостоился личной награды от султана за свои непревзойденные рецепты конфет, лукумов, баклавы и казинаков из хрустящих орешков. В магазине Ходжа Бекир, стилизованном под старину, можно не только выбрать сладости, приготовленные по рецептам 18-19 веков, но и выпить чашку чая, устроив дегустацию покупок на месте.